Проблемы с лобильным артериальным давлением известны огромному количеству населения. Более того, статистика очень серьезная. От сердечно-сосудистых заболеваний умирает огромное количество людей. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте среди смертности при соматических заболеваниях. И, конечно же, огромную роль и огромную нишу в сердечно-сосудистых проблемах занимает гипертоническая болезнь. И у нас с вами есть препарат, который очень эффективно работает при этой проблеме. Это препарат, относящийся к трансдермальной терапии. Это пластырь для нормализации артериального давления. Это разработка и тибетских ученых на основе древнего тибетского рецепта. Пластырь очень прост в использовании, и он эффективно работает. Как это происходит? Вы открываете пластырь, наклеиваете его на область пупка. Мы уже об этом говорили, там очень обильное кровоснабжение. Именно на область пупка. Как наклеиваете? Снимаете защитную пленку, снимаете вторую защитную пленочку. И вот этим местом, это активное действующее вещество, наклеиваете его на область пупка. Состав пластыря расписан подробно у нас на сайте. Вы там можете все почитать и ознакомиться. И этот пластырь должен находиться у вас на коже в области пупка в течение 2-3 дней. После этого вы снимаете, очень хорошо моете зону приложения и через сутки ставите следующий пластырь. Друзья мои, сразу хочу сказать по применению данного пластыря. Хочу предупредить, потому что у нас очень многие пациенты как делают. То есть те, кто находится на постоянном приеме гипотензивных препаратов, то есть человек, длительно страдающий гипертонией, принимал постоянно лекарственные препараты. И тут он решил пользоваться нашим пластырем. Какую ошибку делают все пациенты? Они прекращают прием своих гипотензивных препаратов, к которым они привыкли, и начинают пользоваться только пластырем. Друзья мои, этого делать категорически нельзя. Пластырь начинаем использовать вместе с теми лекарствами, которые вы принимаете. И по мере улучшения вашего состояния постепенно, частями уменьшаем дозировку лекарственных препаратов, конечно же, под контролем артериального давления. Почему? Потому что когда вы резко отмените лекарственные препараты, которые вы принимали, у вас возникнет синдром отмены. Это закономерно. Все химические и синтетические препараты так действуют. То есть вы их принимаете хорошо, перестали принимать, резко опять ухудшается состояние. Это называется синдром отмены. Натуральные препараты, потому что вот это действующее вещество, это полностью натуральный состав. Натуральные препараты действуют медленно. И вы можете просто на какой-то период, да, оставить организм беззащитным. Поэтому, друзья, это вот я специально проговариваю в этом ролике, именно на фоне приема своих традиционных препаратов, которые вы принимаете, на фоне для вас обычной гипотензивной терапии, медикаментозной, вы начинаете использовать пластырь для нормализации артериального давления. И по мере улучшения состояния вы уменьшаете дозировку лекарственных препаратов, и потом можете полностью перейти уже на коррекцию вашего состояния с помощью данного пластыря. Он эффективен при скачках артериального давления, то есть не только при повышенном артериальном давлении, но он эффективен и у дистоников, знаете, есть такое состояние, вегетососудистая дистония, когда артериальное давление лобильно, оно колеблется. Это чаще встречается у молодых людей. Поэтому, друзья, он может использоваться при разных состояниях, при скачках артериального давления, при его перепадах, но самое главное, чтобы вы понимали, да, что это нужно делать постепенно. То есть лекарственные препараты оставляем и на этом фоне вводим, что наш замечательный пластырь от для нормализации артериального давления. Минимальный курс 5-7 пластырей, то есть трое суток носим, сутки перерыв, трое суток носим, сутки перерыв. То есть минимальный курс 5-7 пластырей при длительном заболевании, да, длительно существующем, при тяжелом течении заболевания может понадобиться несколько курсов для стабилизации вашего состояния. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, пользуйтесь, получайте результат, задавайте вопросы, пишите отзывы, читайте о данных пластырях у нас на сайте, задавайте вопросы, мы вам обязательно ответим. Я вам обязательно